Опять без завтрака? Да, я еще в больнице была. Так ты посмотри. А Виталик же ж не кушает. Что это он перестал завтракать? Я по утрам не ем. Виталик, что это ты перестал завтракать? Он на ночь как медведь откладывает. Я не ем по утрам медведь. Оно же плохо влияет на желудок. Убираю. Я ж тебя жду. Ты когда приедешь? Ну все, я тебя жду, сейчас я убираю. Я дай почитаю новости хоть. Хоть новости. Че там на тебя на машинку приклеишь, ты забудешь даже. Или ты машину не обклеиваешься? Да я не буду клеить. Ну куда не будешь? Приклеишься. На. Да. Ты визитку не теряй. Не теряй визитку. Да ты я. Понял, что это за. Мужчина. Понял, но мы ее не теряем же, мы просто ее, ого. Да там караул. Да что, блин, он здесь пооткрывал-то, в рот мента, блин. Тише. Марик! Через сколько ты будешь? Марат! Че у меня? Все, через сколько ты будешь? Не установил, ну, наверное, через час-то приеду. Я жду тебя. И тогда раз план действует. Что? Марик, а ты не установил седьмой? Нет, конечно, у меня нож скачал, все. Как качало? Да, сдавайся. А машина почему-то? Да это дедей читаешь, походу. Ты же, блин, оставил на ноутбук, блин. Ты сразу интернет-мейн работает, надо ждать, когда он загрузится, ё-моё, не нажимать, все подойдут. Сразу ему скажи, что это. Не, готово. Сейчас он отключит интернет, блин, что нам туда 20 гривен закидывать. Все, 20 гривен всего? Сутки, а? А, так я закину сейчас, не вопрос. Сутки 20 гривен. Не вопрос, я сейчас кину, да. Все, скажи, 20 гривен. Не, я вчера, это вот, Валя, подтверди, что я тебе вчера пол-литра налил. А где он все? Пока здесь, еще не убежал. Так, так что спешите с меня. А, и на метро 2 гривны я его вез. По 150 мегабайт же некоторые говорят, дрова там были. Что, долго качать? А что 20 гривен? Я уже вот так сидел, я уже поставил 3 затачки. А что так дорого? 20 гривен? И пошел лег спать. И вот утром... Юль, ну сейчас вот быстро посмотрите. Фу. Юля, ваши пожелания нашему движению «Родители против наркотиков». Вы знаете, что мы... Я еще не могу что-нибудь сказать. Ну скажи, ну хоть что-нибудь. Ну вы же родитель? Да. А? Вы же против наркотиков? Против. Вы же как бы понимаете... Ой, ну что-нибудь скажите. Что-нибудь скажите. Желаю, чтобы все дети из страны были здоровы. Ни в коем случае никогда не употребляли наркотики. А лично и чтобы мне... знали об этом. Чтобы... Пожелайте что-нибудь лично мне. Мне 50 лет было вот на днях. Желаю вам тоже здоровья, удачи, жизни, веселой, хорошей жизни, радости побольше. Ну а я вам желаю, чтобы у вас была классная девчонка, малышка такая. Он девчонку хочет, да? Да он не знает, что он девчонку, хочет. Девчонку сказал. Мальчишку. Я говорю, а если пацан? Ну что ж, если пацан, то значит пацан. Спасибо. Я желаю вам всего самого лучшего. Спасибо.